Анонс и точная дата выхода 85-й серии турецкого сериала «Мои братья». 85-я серия сериала выйдет в эфир 8 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как после того, как Афру доставили в больницу, Тугинуль и Угулджан испытали большую боль. Ясмин начинает совершать такие действия против Асие, что они становятся очень запутанными. Акиф начинает предпринимать любые меры для того, чтобы искупить свою вину перед Сюзан и выпросить у нее прощения. Он даже готов был совершить самоубийство. Но в этот момент между Умером и Сюзан начинают происходить очень важные события, и они становятся намного ближе в отношении друг друга. Айла прилагает все усилия для того, чтобы наладить свои отношения с сыном, но она была шокирована от тех файлов, которые поступили на ее телефон. Теперь она точно знает, что и за что убил ее мужа. Наступил момент, когда правда о Сие и Зихры вышла наружу. Только откуда в руках у Зихры оказались такие большие деньги? Даже Асие заметила, как сильно нервничает Зихра. И почему она так сильно нервничает? Семейство Эрен официально открыли свой собственный ресторан. Айла начинает шантажировать Акифа. Но хватит ли ей смелости рассказать о том, что именно произошло в тот день? 85-я серия сериала выйдет в эфир 8 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра!